Вітаю! В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Костецька. Сьогодні ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021 року. І до нашої студії завітав декан факультету адвокатури Одеської юракадемії Євген Хижняк. Вітаю вас, Євген. Здравствуйте. Євген, скажіть, будь ласка, чому абітурієнти обирають факультет адвокатури? На сьогоднішній день абітурієнт очень требователен к выбору и факультета, и вуза. И вот буквально пару дней назад приехала к нам с Волынской области девочка, абитуриентка, и она сказала одну такую фразу, которая отпечаталась у меня в памяти. Говорит, я за вашим факультетом наблюдала 1,5 года. То есть ребенок осознанно готовился к поступлению и к выбору факультета. И таких абитуриентов, к счастью, очень много. Говорит, я посмотрела все ваши мероприятия, касается и науки, и профессиональной подготовки. Я увидела и прочувствовала ту атмосферу, которая царит на факультете адвокатуры. Я вот пришла к вам, убедилась еще раз в этом, почувствовала эту атмосферу и то, что это именно тот факультет, который мне будет ложиться в душе. И я только хочу учиться здесь. Поэтому абитуриент на сегодняшний день подходит комплексно к выбору факультета. Не только красивая картинка, но и содержательный подход к выбору факультета. Это и смотрят вопрос трудоустройства, это и смотрят вопрос, касаемый преподавательского состава. И это взаимоотношения на факультете. И эти все составляющие и играют значительную роль, весомую роль в выборе факультета, в том числе и адвокатуры. Скажите, будь ласка, кем можно працювати після закінчення факультету? Многие абитуриенты заблуждаются в том, что при выборе факультета вот только он сможет, например, работать адвокатом. Действительно, специализация предусматривает адвокатскую деятельность и работу в адвокатуре. Но диплом Национального университета Одесской юридической академии, факультета адвокатуры, он позволяет выбирать любую юридическую профессию. И адвоката, и нотариуса, и судьи, и прокурора, и следователя. И мы очень успешно вот занимаемся трудоустройством наших студентов. И наши студенты работают во всех, скажем так, профессиях юриспруденции, которые только возможны. Поэтому, выбирая факультет, смотрите на преподавательский состав и на содержание дисциплины учебного плана. А работать вы сможете в любой, я еще раз подчеркиваю, сфере юриспруденции. А, до речи, как стоит питание щодо працевлаштування выпускников? Мы уделяем значительное внимание этому вопросу. И президент университета Сергей Васильевич Кивалов ставит, как и мне, декану факультета адвокатуры, задачу 100% трудоустраивать наших студентов. Это наша гордость, потому что мы начинаем трудоустраивать наших студентов, начиная уже непосредственно с третьего курса, и они имеют возможность во внеурочное время работать. Занимаемся мы тем, что подписываем меморандумы с адвокатскими объединениями, юридическими фирмами, и наши студенты уже, начиная с третьего курса, имеют возможность идти работать. К тому же, до того, как они официально трудоустроятся в юридические фирмы, наши студенты имеют возможность получать практические навыки в юридической клинике. Для тех абитуриентов и родителей, которые не знают, что такое юридическая клиника, это социальный проект, который был внедрен Сергеем Васильевичем Киваловым более 20 лет назад, где наши студенты и преподаватели безоплатно предоставляют помощь гражданам Украины и тем людям, которые не могут себе позволить платную юридическую помощь у, например, адвокатов или юридических фирм. Они все вот такие граждане идут к нам в юридическую клинику, где наши студенты успешно оказывают такую помощь для одесситов и граждан нашей страны. Кстати, факультет адвокатуры признан самым практикующим факультетом в университете по итогам работы
юридической клиники. И наших студентов всегда посещает больше всего юридическую клинику. Касаемо трудоустройства, конечно же, возрастают гигантские возможности наших студентов после получения диплома, первого диплома, их бакалавра, когда их уже на более солидные должности могут принимать, это и следователем может пойти работать студент в национальную полицию, это и уже непосредственно юристом может работать на должности юриста. До этого они там помощниками юристов их оформляют на различные технические, да, какие-то должности, например, секретарь юридического, адвокатского объединения. Я говорю, никогда не надо стесняться того, что вы работаете секретарем адвокатского объединения. Вы когда непосредственно выполняя даже техническую работу, да, работу с документами, вы уже обретаете первичные навыки будущей профессии работы с документами. И это очень важно. И на сегодняшний день в экономической составляющей, вот таком кризисном положении нашей страны, да, когда действительно и сложно родителям обеспечивать детей, такое подспорье, да, когда ребенок и учится, и получает заработную плату уже, это, конечно же, хорошее подспорье для того, чтобы вот экономически как-то семье помочь. Скажите, будь ласка, а какие сучасні підходи використовуються в навчанні студентів? Еще одна наша гордость – это наш преподавательский состав, который состоит из 90% преподавателей-практиков, то есть это остепененные преподаватели, которые имеют степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и параллельно занимаются практикой адвокатской, судейской, судьи. Поэтому это наша особая гордость. И это, конечно же, позволяет давать нашим студентам с нескольких аспектов взгляд на действующее законодательство с точки зрения и теории, и практики. Поэтому, когда преподаватель объясняет, например, положение той или иной нормы, он дает сразу же свое видение и примеры, как это законодатель видел, когда составлял эту норму, и как это в правоприменительной деятельности применяется. Вторая наша гордость – это то, что у факультета адвокатуры при 5-м апелляционном административном суде есть отделение кафедры, филиал кафедры судебных правоохранительных органов и адвокатуры. То есть это кафедра, которая относится к факультету адвокатуры, и наши студенты имеют возможность там непосредственно, конечно же, присутствовать на судебных заседаниях. Наши студенты непосредственно имеют возможность общаться и с судьями, и адвокатами. И следующий этап в инновациях – то, что мы проводим модельные судебные заседания на базе суда в настоящем зале заседаний, зале судебных заседаний с настоящими, скажем так, трибунами, залами. И судьями выступают для наших студентов действующие судьи 5-го апелляционного административного суда и действующие адвокаты, которые дают правильность или неправильность тактики, стратегии выбора позиции и правильность принятия решения. И это, конечно же, позволяет нам готовить на голову выше выпускников, будущих юристов, чем в других высших учебных заведениях. К тому же мы подошли инновационно к составлению учебного плана. Мы предусмотрели такие дисциплины, как использование полиграфа. То есть студенты наши имеют возможность ознакомиться с тактикой применения этого прибора, которым пользуются и следователи, и много юридических фирм, то есть понимая, как правильно ставить вопросы, технологию, как задаются вопросы, как строить подготовку, проводить своему, например, клиенту, которому предстоит
вот пройти полиграф. То есть и ряд других вопросов, которые касаются полиграфа. У нас изучаются такие предметы, как адвокат в уголовном процессе, адвокат в гражданском процессе, в хозяйственном, административном. То есть те прикладные дисциплины, которые необходимы в процессе обучения. К тому же мы нашим студентам говорим на факультете адвокатуры, что каждый адвокат, юрист должен себя уметь защитить. Поэтому на базе факультета адвокатуры куратором от кафедры физического воспитания назначен заслуженный тренер Украины по единоборствам Чертов Иван Иванович, который успешно готовит наших студентов и хороших спортсменов. И просто для самообороны необходимо, чтобы наши студенты имели такую возможность пройти такой курс самообороны. А расскажіть, будь ласка, трохи про умови проживання у гуртожитку та студентське життя на факультеті. Опять же, хотел бы сказать, что Сергей Васильевич Кивалов еще 15-20 лет назад мыслил на 10 шагов вперед и говорил, что студенты не могут проживать в таких условиях, как вот проживали в советское время, когда там одни удобства на весь этаж, да, и в комнате живет по 5-10 человек. Так не может быть. У нас все общежития отельного типа, рассчитаны на 2-3 человек проживания в общежитии. Все удобства находятся в комнате, и на этажах ведется видеонаблюдение, чтобы всегда был у нас порядок в общежитии. И, кстати, студенты очень довольны условиями проживания в общежитии. Кстати, общежитие у нас находится в факультете адвокатуры центра, в центре Одессы, в сердце Одессы, где они могут... Рядом и море, пляж Кланжерон, это и оперный театр, это и улица Дерибасовская, исторический центр Одессы. Это очень такое прекрасное место, которое пронизано духом Одессы, историей Одессы. И есть что посмотреть, есть куда выйти. И к университету недалеко. Поэтому все условия для проживания наших студентов и культурного времяпрепровождения, конечно же, есть. Касаемо студенческой жизни, то у нас на факультете мы уделяем этому значительное внимание и считаем, что хороший юрист, студент должен быть развит во всем, не только по профессии. Он должен хорошо уметь и петь, он должен чувствовать себя на публике очень уверенно, поэтому у нас проводятся и дни факультетов адвокатуры, у нас проводятся музыкальные и литературные вечера, где и я, в том числе, как декан, выхожу и не считаю зазорным декламировать стихотворения. Мы тематические такие музыкальные и литературные вечера, мы организовываем с активом факультета выходы на природу. У нас часто происходят велозаезды, забеги, бегаем со студентами, выходим на спортивные площадки. Мы очень часто со студентами посещаем и проводим там субботники в приюте для бездомных животных «Ковчег». То есть ведется работа разноплановая. И детские дома посещаем. Студентам, которые желают проводить насыщенно свое время, некогда отдыхать и скучать. У них всегда будет занятие, и им будет всегда чем-то заниматься. К тому же у нас в университете есть и тренажерные залы, у нас есть тир, у нас есть шикарнейшая библиотека. В общем, те, кто хотят себя реализовать и найти чем заниматься, у них всегда будет насыщенно время эмоциями, занятиями. И это действительно будут люди, скажем так, счастливы от того, что они за эти 5,5 лет смогут получить то, чего не получат в другом месте. Потому что то, что создано в университете, ну, наверное, единицы университетов смогут похвастаться такой материально-технической базой. К нам приезжают международные
иностранные лектора, они удивляются тем условиям, в которых учатся наши студенты. Кстати, факультет адвокатуры прошел международную такую программу, и наш учебный процесс на факультете адвокатуры и та структура, которая на факультете адвокатуры выстроена, и взаимоотношения со студенческим советом, и старостатом, и в целом учебном процессе признаны на высоком уровне, и мы этим гордимся. Дуже дякую вам, Євген, за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.